самый мракобесный новогодний миф. Оказывается, славяне-язычники приносили в жертву Деду Морозу снегурочек. То есть уводили в лес девственниц, их там замораживали, типа приносили в жертву. И это еще кринжовее, чем месть новогодних елок. Самое прикольное, что под этим бредом есть реальные основания. Потому что Дед Мороз – это воплощение стихии холода. Празднование с участием Деда Мороза, который дарит детям подарки, это задабривание стихии холода. А Снегурочка – это олицетворение жертвы Мороза, жертвы холода. Но жертва – это не обязательно, кого приносят на алтаре в жертву. Ну просто замерзли, блин! Как жертва землетрясения, жертва войны, то есть погибший от Мороза. Много детей действительно погибало от Мороза, поэтому Снегурочка – это олицетворение жертвы Мороза. Снегурочка действительно замерзла, но никто ее не приносил в жертву. Но какой-то православный мракобес, он прочитал слово «жертва», и у него триггернуло, включились садистские фантазии, подкрепленные фильмами про древних ацтеков. И он народил вот такой вот ужасный миф. Поздравляем с наступившим Новым годом! И с Рождеством Христовым! И желаем не быть мракобесами!